Творожное печенье очень вкусное и легкое в приготовлении. Творог измельчаем с помощью блендера или перетираем через сито. Добавляем мягкое сливочное масло, яйца, измельчаем до однородной консистенции. Самое время добавлять муку. Муку вводим постепенно, чтобы не образовывались комочки. Разрыхлитель. Хорошенько все перемешиваем. Снова добавляем муку. На рабочую поверхность мы насыпаем муку. Сюда же мы отправляем тесто. Дальше мы будем вымешивать его руками. Когда тесто перестанет липнуть к рукам, оно считается готовым. Убираем тесто в холодильник минимум на 2 часа. Тесто должно хорошо вылежаться на холоде, чтобы оно стало более эластичное. Тогда оно будет лучше раскатываться и не будет крошиться. Подготовим начинку. Мне по вкусу сахар с корицей, поэтому я добавляю корицу. Вы можете ее не добавлять, все по желанию. Тщательно перемешиваем. Через 2 часа достаем наш шар из холодильника. После этого начинаем делать сами печеньки. Раскатываем тесто на ровной поверхности, хорошо посыпанной мукой. Тесто проявит большое желание приклеиться к этой самой поверхности. Толщина теста должна быть 2-3 мм. Берем кулинарное кольцо или бокал с тонкими краями и нарезаем из теста кружочки диаметром 9-10 см. Теперь каждый кружок с одной стороны обмакиваем блюдце с сахаром и сворачиваем пополам, сахарной стороной внутрь. Снова обмакиваем в одну сторону в сахар и снова сворачиваем сахарной стороной внутрь. Получившуюся четверть кружочка слегка приминаем и в последний раз обмакиваем сахар с одной стороны. Кладем сахаром вверх на противень. Ставим разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем 20-25 минут до золотистого верха. Готовое печенье полностью остужаем и выкладываем на красивую тарелку. Творожное печенье, конвертики, готово! Пора заваривать чай и к столу! Приятного аппетита!